Ребята, первый курс успешно закончили. Вот сейчас в свободное время каникулярное занимаются этим благородным делом, я считаю. Эта мысль прозвучала из деканата нашего общего. Вот. И наш курс изъявил желание помочь нашим ребятам, которые сейчас находятся на фронте, выполняют боевые задачи. Это уже вторая партия. Первую партию мы уже отправили в многофункциональный госпиталь полевой. Это уже сейчас вторая партия салфеток. Вот. Но я считаю, что каждый в этой жизни должен делать то, что он может делать. Вот. А в сложившейся геополитической ситуации в мире, вот сейчас ребята могут изготавливать перевязочный материал, который на фронте нужен ежечасно. Вот. А через 5 лет они будут уметь выполнять операции. Кто-то еще что-то может делать. Поэтому по мере возможности вот мы этим занимаемся сейчас. Ресурс материальный – это общественные деньги. Это помощь фронту, нашей медицинской академии, которую мы по мере возможности оказываем, ну, на постоянной основе.